Так, мы сейчас находимся около Херштеллер Ферхауф. Да, паня Рената нам открыла дверь в магазин при фабрике. Вот сюда мы и входим. Посмотрим. Hello. Большой магазин. Guten Tag. Большой магазин, большой. Ну, давайте смотреть. Натурана. Представлено все, что у вас есть. Вот этим бестселлере мы говорили. Цена 18 евро, 17,90. Да, в наших магазинах. Очень хорошая модель. Так, осенний цвет. Это Цибель. Да, это Цибель. Или Цибель, как лучше, как правильно называть? Цибель. 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 Вот. И эта модель очень у нас популярная. Очень хорошо, гладкая чашка и очень хорошая, удобная посадка. И по цене она там, я не посмотрел. Это все по цене. Она у нас, видите, 19 евро. 19,90. Да. Вот Эва, то, что вы говорили, дороже, 25 да. евро. Здесь вот, кстати, представлена одна из моделей Балконет. Эва, да, специальными, ну, пуш-ап, с выемными поролоновыми чашечками. Видно. Вот здесь пижамы, например, смотрите, пожалуйста. А, да, здесь коррекция ваша. Вижу, 32 евро в рознице. Наценка какая? Ну, от производителя, ты сам знаешь, тут посчитать-то, наверное, процентов. Очень красивая пижамка. Например, знаешь, мне один знакомый в России евро. Сказал, что если производитель не имеет 1000%, например, наценки, это просто неправильно. Ну, 100% есть. Но вы знаете, это является прифабричный магазин, поэтому здесь цены и ниже, да, чем ну, не, другие не все сюда магазины. Доберутся, не все сюда доберутся. Не все ну, вот доберут. Такая пижамка 40 евро 90 центов. Да. Есть, конечно, и купальники. Вот здесь можем купальники посмотреть. 38. Купальники здесь пока. Вот я вижу, там купальники у вас да, далеко. Но все они по заниженным ценам, конечно, потому что сезон уже прошел. Ага, то есть идет распродажа у вас. Да. Такие нарядные. 20 евро. Вот эта модель. Это Натурана. Тоже очень популярная модель. Наша, скажем так, базовая линия. 11 евро. Уже ого. В магазине. Вот цена интересная. Интересно, сколько она в России? 11 евро. Смотрите, вот это, например, тоже есть. Это изделие. Это эксклюзив. Эксклюзив. Эксклюзив есть всегда чуть дороже. Там уже цена 31 евро. Да. Так, а где-то вы говорили, свадебное у вас есть. То, что для бутиков. Здесь нет, да, для бутиков. Здесь нет. А вы, например, здесь тоже примерно утяжка. Очень хорошая утяжка. 17 евро. Конечно, утяжка. Это видите, что она большая. Здесь заложена, да. На вешалке висит. К нему подходящий бюстгальтер. 21 евро, 20,90. Да, вы видите, да? Угу. 21 евро, да. А, вот так вот. Потом, что, а, это здесь, я их тоже показывала, это наш самый популярный, который большие здесь размеры, в больших размерах. 15 евро, 14,90. Да, ну, есть такая группа, это размер. Наша ниша. А тут здесь, смотрите, на стене лежат, висят все наши мидерхозен. Мидерхозен – это высокие... Высокие талии, с высокой талией. С высокой да, талией. Трусы с высокой талией. Вот то, что средняя была утяжка у вас 39,90. А что значит вторая цена? Вот, или первая 49,90, а потом 39,90. Это значит, там есть цена, которую мы предлагаем, которая должна быть по магазинам. Да, рекомендованная цена. 39,90 – это цена, по которой продается эта вещь сейчас. Да. Здесь. Кстати, у Ренаты в руках сейчас находится шерсть шелком. Да. Тоже это линия от Эвы. Эта линия от Эвы – это тоже, скажем так, эксперимент наших тканей, но они хорошо прошли, так что теперь на будущий будут. Сезон они повторяются, Эва. Только в другом цвете. Понятно. И стоит цена трусики. Их 30 евро. 30 евро трусики шелка, и 40 евро
маечка. Маечка. 70 шелк, евро. Шелк и, ну, шелк, да. Шерсть. И шерсть. И шерсть. И это Эва, то есть да. Линия не классическая, а это более здесь, дорогая. Посмотрите, здесь, например, купальники идут. Ну, скажем так, это распродаж, то, что осталось с лета. Да. Так что сами видите, что здесь, ну, 35 евро, 21 евро, 35. Да. Это купальник целиком, да? Или... Целиком. Этот, например, стоит 60 евро. Да. Они все, скажем, это остаток. 60, 60, да-да-да. Много товаров. Сплошные 60. Они тоже в разных марках. 37, туника. Если, вот это, например... Ну, стоило 85 евро, стал 54 евро. 21 евро. Но здесь есть, например, интересно, что это из размера 48Е. Е? 48Д. Д. Ну, значит, достаточно большой размер. Uh-huh. Так что он очень интересно и красиво сделан. Покажи вот имеет эту сторону Invisible все Touch. Сетки. Что? Invisible Touch покажи. Тоже. Вот это вот наша линия, одна из частей от нашей линии, это натуральный эксклюзив. Если заметите, то здесь специальная утяжка находится, да? Угу. Достаточно очень серьезная. И бесшовочки. 24 виды. Евро. И вот трусы это... лазерные. Да. Это бесшовочки? Да. Есть хлопок, лазерный. Есть хлопок, а есть синтетика. То есть 10 то, что евро. Максимально. 9 евро. Давайте пройдем там мужское. Покажем, потому что давайте мужской посмотрим. Об этой коллекции тоже говорили. Купальники 27 евро, 10 евро, трусики. Спорт 25. Угу. Так и подходим к мужскому.